Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Казахстан у нас в кадре. Дмитрий, расскажите, какие цели ваши на этой выставке и зачем вы сюда приехали, что ожидаете? Казахстан рынок менее развитый, меньший по объему, и, соответственно, мы перенимаем в основном тенденции, те, которые приходят в Россию с Запада, скажем так. Мы там в Россию с запозданием приходят с Запада, мы с некоторым запозданием принимаем из России, и нам здесь интересно посмотреть на наше будущее, которое будет у нас там через 2 года, через 5 лет, и понять уже, с какими мы столкнемся трудностями, и увидеть уже какие-то решения. То есть нам такие конференции очень помогают в этом плане. Есть ли какая-то особенность в Казахстане, в казахском ритейле, который обходит российские, например? Какие-то тренды или какие-то особенности, может быть, форматы, те, которых в России не очень сильно развиты? Есть особенность в том, что рынок еще не настолько развит. У нас, во-первых, доля цивилизованной розницы намного ниже в России, по-моему, 70%, даже больше. У нас пока там четверть, может быть, 25%, и только развивается. И из-за этого у нас очень большой задел, скажем так, по экстенсивному просто развитию, по вытеснению нецивилизованной торговли, поэтому мы, наша сеть, например, она очень быстро растет, очень большими темпами. И в этом плане на российском рынке, конечно, гораздо теснее и сложнее. У нас в этом плане проще. Но нам приходится решать те проблемы, которые вы решили уже лет 10 там, или 5 лет назад. Вот такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.